Աշնանային զորակոչը Վրաստանում սկսվել է օգոստոսի 2-ից և կտևի մինչև դեկտեմբերի 25-ը։ Հրամանագրի համաձայն 2021 թվականին աշնանային զորակոչին կարող են մասնակցել Վրաստանի այն քաղաքացիները, որոնց տարիքը տատանվում է 18-ից 26 տարեկանի սահմաններում։ Բացի այդ, ծառայության կկարողանա մեկնել այն երիտասարդները, ովքեր չեն օգտվել զորակոչի տարկետման իրավունքից։ Значит, по постановлению правительства Грузии за номером 375 был объявлен осенний призыв в военную службу в Грузии. Военный призыв начнется со 2 августа и продолжится до 25 декабря. Значит, на военную службу обязаны подлежат к военной службе лиц от 18 до 27 лет. То есть, если у лиц нету права на отсрочки или по освобождению документа, то они подлежат военной службе. На данный момент у нас ведутся работы по составлению именных списков. После завершения этих работ мы уже будем отправлять повестки и по адресам призывников. Также, пользуясь случаем, хочу обратиться к призывникам, чтобы они не отклонялись от военной службы. Также сейчас ведутся работы по составлению призывной комиссии. Значит, в призывную комиссию входит мэр Ненсминского муниципалитета, начальник службы военной, представитель службы безопасности, полиции и секретарь.